Ежегодно все общеобразовательные учреждения Ленинского района объединяются на августовской конференции. Это возможность подвести итоги прошлого года и наметить планы на будущий. Современное качественное образование – это залог устойчивого социально-экономического развития нашей страны. Основа для максимальной самореализации конкретного человека, расширения его возможностей и улучшения качества жизни. По сложившейся традиции, педагогам школ и детских садов вручили награды за хорошие результаты работы. Знаком головы награждается Жеребкова Вера Васильевна, заведующая детским садом номер 20 «Василек». В районе стараются поддержать и молодых сотрудников, и учителей со стажем. Так, с нового года до 6 тысяч рублей увеличилась доплата молодым специалистам. За классное руководство учителя теперь будут получать дополнительно 5 тысяч рублей. 24 сотрудникам образовательных учреждений на конференции были вручены сертификаты на получение квартир. Впечатление не передать словами. Наверное, лишний раз убеждаешься, что в чудо нужно верить всегда, даже во взрослом сознательном возрасте. Не только дети должны верить в чудо. Чудеса сбываются, это очень приятно, это очень трогательно. Мне, в общем-то, не ожидалось такого подарка, что очень ценно. С каждым годом количество жителей увеличивается, соответственно, растет и число учащихся. Но губернаторская задача, а именно строительство новых учебных заведений в нашем муниципальном образовании, выполняется успешно. Выполняя поручение губернатора Московской области Андрея Ильича Воробьева по опережающему строительству социальных объектов, наши усилия в первую очередь направлены на расширение сети образовательных учреждений. Уделяется внимание и уровню образования. Каждая школа стремится достичь высоких показателей. Мы надеемся, что наши дети будут принимать участие во многих мероприятиях и занимать призовые и первые места. А уже совсем скоро дети снова придут получать новые знания, а учителя будут воплощать намеченные задачи. Алексей Мельников, Анастасия Воронина, Сергей Ларин. Видное ТВ.